давай обсудим по-хорошему. Ага!
Слава Богу! Попал. Да, плохо дело. Прикинем. Спокойно. Может, найду чего в обломках. Нужна вода. Что это? Красота. Ну ладно. Ладно. Чёртов песок. Так. Жарко. Мне бы воды. Хоть бы глоток. Колодец. Слава Богу. Так, ну скорее. Теплое тоже сойдет. Черт подери. Уже не смешно. И что?
Ладно. Где же ты, Салли? Где ты? Ну давай, Нейт. Так, вот это Орион. Большая медведица. А, черт. Надо было идти во флот. Не знаю, с кем я говорю. Как я устал. Салли. Слава богу. А это еще что? Иди. Иди. Что за корни ветвятся? Что за стебли растут из груды обломков? Минутку. Сын человеческий, где тебе знать? Это же... Ты видишь лишь битые камни там, где... Солнце палит нещадно, нет тени от мертвого древа. Цикада не даст утешенья, иссохшее русло журчанья. А, черт, я хожу кругами. Черт! А, чтоб тебя, Найт. Дурак, дурак, дурак. А тень под багровой скалой. Встань в тень той багровой скалы. Я покажу тебе нечто иное. Не тень утра, что бежит за тобой по пятам. Не вечернюю тень, что навстречу тебе вырастает. Я покажу в горсти праха явленный кошмар. Господи, хочу прилечь. Нельзя спать. Нельзя. Нейт! Салли! Нейт! Салли! Проснись! Помоги! Пойдем, дай руку! Я тебя искал! Я тебя не нашел! Не знаю, сколько я тут! Не знаю. Салли? Салли?
Я справлюсь. Я справлюсь. Салли! Салли! Я иду, Салли. Ну, почти. Слава богу, деревня. Пусть это будет не мираж. Нет. Черт, брошенная. Так, посмотрим. Хоть не мираж. Пойдем сюда. Слава богу, колодец. Так. Черт, он высох. Ну вот. Гадость. Не сдаваться. Должно же тут быть хоть что-то. Нужна пушка. Попался. Что люди Марлоу тут делают? Thank you.
Что люди Марлоу тут делают? Неплохо. Я попал. Что я тебе могу сделать? Нет! Черт!
Может, их послали искать самолет? То, что надо. Он убит! Черт! Это уже смешно. Черт, не выбраться. Вот так. Должен же быть выход. Нет, нет, нет! Не выбраться. Вот так. Это уже смешно.
Чёрт! Держите его на прицеле! Как же они меня достали! Слушай, не обляпайся! Граната! Выбьем его оттуда! Выбьем его оттуда! Нет, нет, нет! Нет, нет! Береги! Черт! Нет, нет, нет! Черт! Конец ему! Ничего, я справлюсь. Черт! Так. Он прячется. Выкурите его. Выбьем его оттуда. О, черт! Кушай, не обляпайся! Подстава. Найдите его. Нет, нет, нет. Вот опять.
прячется! Выкурите его! Полезная штука. Так, надеюсь, это последний. О, черт! А это еще откуда? Thank you.
Нет, нет! Опа! Thank you.
Опа! Тихо, спокойно. Ну и пекло. Много. Вот и все. Вот и все. Я не могу. А это что? Английский? Что? Английский? Нет, 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 нет. Не стреляй. Не надо стрелять. Давай, 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 давай!
Далеко ты ушел от дома? Спасибо. Тебе здесь не место? Всем вам. Почему вы не убили меня, как остальных? Гостеприимство – это закон. Ты был в беде. Даже врага положено укрыть и накормить. Ты враг мне, американец? Дрейк. Меня зовут Дрейк. Салим. Это мое племя. Простите за наглость, Салим. Мне нужна лошадь. И нечем заплатить за нее. Нападешь на караван в одиночку? Знаете о нем? Мои люди 2 дня идут по их следам. Зачем вы здесь? Что ищут британцы в Рубель-Хали? Затерянный город, Убар. Ирам многоколонный. Они схватили моего друга. Он один знает дорогу. Когда Ирам найдут, мой друг станет не нужен. Его убьют. Если Ирам найдут, умрем мы все. 3000 лет назад царь Соломон обладал властью над джиннами, демонами, рожденными из огня. Они взбунтовались. Царь заключил их в медный сосуд и бросил в сердце Ирама. Ирам – злое место. Джинны навеки прокляли его. Англичан надо остановить. Если они отыщут город... У нас мало времени. Да. Их слишком много, нельзя атаковать в открытую. Сейчас отдохни. Завтра мы нападем на них. В каньонах. Выходим на рассвете. Следуй за мной, мы их нагоним. Сейчас. Не отставай, Дрейк! Смотри, проход узкий! Алим, далеко еще? Мы уже рядом! Конвой будет впереди! Осторожней, Дрейк! Вон они! Конвой под нами! Надо спешить! Дрейк, не трать патроны! Слишком далеко не достать! Срежем здесь! Не отставай! Еще немного, давай! Скорей, это наш шанс! Вперед! Прыгай на грузовик! Разберись с ними! Мой тот, что слева! Ah!
яблочко! Авария. Фух. Дай руку!
Эй! Да. Как ты? Я-то нормально. Фух, я думал, тебя убили. Ну, попытались. И как ты ухитрился меня здесь найти? Мне помогли. Салим. Салливан, спасибо. Времени мало. Они не должны войти в город. А может... Он прав, Нейт. Я был в плену у этих психов много дней. Уж не знаю, что именно Марлоу тут ищет, но явно не сокровище. Ей надо помешать. Дрейк, медлить нельзя. Йала! Не заскучаешь, а, Салли? Это уж точно. Я... Они явно что-то знают про это место. Это конвой. Держись, Салли. Пойду гляну. Сейчас. И как мы их найдем в такую бурю? Это не весь конвой. Что-то их мало. Наверное, отстали от остальных. Давай. Остановите его!
попался! Нет! Это не весь конвой. Что-то их мало. Наверное, отстали от остальных. Давай. Найдите его. Он ушел. Черт!
по грузовикам из гранатомета! Грузовикам из гранатомета! Полезная штука. То, что доктор написал. Он ранен. Ему крышка. В укрытие! Не-не-не!
есть! Так, спокойно. Внутрь! Беги! Беги к воротам! Охренеть! Ух ты! Посмотри! Так он существует! Обалдеть! Я стащил у Марлоу твой дневник. Подумал, пригодится. Старый лис. Салли, сюда! Посмотри!
Черт, заело. Есть еще на той стороне. Жди здесь. Еще чуть-чуть. Жди здесь. Еще чуть-чуть. Готов? Ага. Давай. Как сказал бы Виктор Салливан, чтоб не провалиться.
Охренеть. Вот он, древний город. Ну надо же. Ух ты. Виктор Салливан, мы в Убаре. Опять тупик. Господи, как отсюда спуститься-то? Так вот откуда город в сердце пустыни. Видимо, тут бьют подземные ключи. Чисто. Удивительно, что фонтан не пересох. Надо же, как бывает. Что? Нет. Нет. Боже. Салли. Ой-ой. Thank you.
пригодится. Он убит! Неплохо. Олбот, иди сюда, паскуда!
Невозможно. Где это я? Картахена? Я тут с детства не был. Что со мной? О, черт. Нет. Нет, нет. Невозможно. Мама! Что? Нет, 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 а, нет! Нет, нет, уйди. Господи, нет, что это? Движется. Все движется. Надо бежать. Надо бежать. Нет, нет. Нет. Не могу. Что это? Что происходит? Отсюда нет выхода. Выхода нет. О, нет. Они здесь. Я их убью.
Демоны! 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 Рожденные из огня! Я прежу! Убил Салли. Нет, глазам не верю. Не верю. Надо бежать. Надо бежать. Демоны. Из огня. Я должен их убить. Ты убил Салли. Нет, глазам не верю. Не верю. Надо бежать. Надо бежать. Убил Салли. Нет, глазам не верю. Не верю. Надо бежать. Надо бежать. Соберись. Соберись, Нейт. Давай. Салли? Салли! Эй, Салли! Нет, он... Салли! Нет, нет, нет!
Whoa. Что это? Что это? Что? Боже мой!
Сейчас поиграем. Ты все, Дрейк. Тебе некуда бежать. Нет, нет, нет! Разойдись! Ему крышка! Опа! Куда?
Эй, эй, эй! Опа! Черт! Опа! Подстава. Берегись. Опа. Угощайся. Нет, нет! Он мертв. Выбьем его оттуда! Прикончите его! Черт! Он ушел! Нет, нет! Подстава. Прячется! Выкурите его! Нет, нет, нет! Черт! Выбьем его оттуда!
Он прячется! Выкурите его! Черт! О, черт! Что надо? Не-не! Назад! Пощади его! Нет-нет-нет! Выбьем его оттуда. О, черт. Вот тебе. Он убит. О, черт. Очень близко! Берегись! О, черт! Найди его! Да! Ты проиграл! Выбьем его оттуда! Черт! Нас... Повезло! Попался! Труп.
Нет, нет, нет! Неплохо. Выбьем его отсюда. Опа! Лови! Выбьем его оттуда. Опа! Берегись! Ты? О, слава богу. Ты цел? Ну, дела, скажу я тебе. Ты в своем уме? Я не знаю, кто ты. Ай! Теперь признал? И больше никогда так не делай. Но тебя же пристрелили во время затмения. Что? Затмение? Ты как выпил из фонтана, тут же с катушек съехал. Все это вода. Это она погубила город. Не божий гнев. В ней растворено что-то галлюциногенное. Люди... сошли с ума. Вот что ищет Марлоу и Толбот. Похоже на то. Катер говорил, им нужна власть посредством страха. И они ее получат. Еще какую? Но я одного не пойму. Как они хотят вывести всю эту воду? Им нужна не вода, а то, что в воде. Не понял. Вот, слушай, что тут получается? Салим сказал, что Ирам проклял царь Соломон. Якобы он заключил злых джиннов в медный сосуд и бросил в сердце города. Джинны в бутылке. Понимаю, звучит бредово. Так ты думаешь, что Елизавета и Джон Ди за этим отправили Дрейка? Да. Они искали не сокровища, а власть. Только когда Дрейк понял, в чем его задача, он повернул назад. Солгал королеве, что ничего не нашел. И старательно замел следы. Спас человечество. Но сэр Фрэнсис знал, что делал. Пора нам покончить с этой историей. Раз и навсегда.
Ты только глянь. Весь город стоит на этой пещере. Ненадежная система. Это мягко сказано. Надо туда спуститься. Придется руки запачкать. Ты готов? Давай. С ума сойти. Так доставляли воду в город. Боже мой. Посмотри на потолок. Странно, что до сих пор все не развалилось. И как он только держится. Надо перебраться. Помоги открыть. Черт, ложись! Далеко уйти. Все, можно идти сюда. Черт, Сали там еще на подходе. Они у нас в руках. Кто поймает? Ложись! Он мертв!
Нет, нет! Yeah!
Стреляйте! Что они затевают? Ищут что-то в воде. Эй. Ха-ха, класс. Это я придержу. Салли, помоги. Нам сюда. Thank you.
Центральный резервуар. Они точно там. Ты готов? О, да. По этому мосту они шли. Они идут туда. Бережно. Не повредите. Глазам своим не верю. Надо сломать эту штуку. Есть идеи? Их много, нас всего двое. Давай разделимся, зайдем с двух сторон. Да, так шансов больше. Уходим! Бегите! Давай, стой! Ну? Скажи, что не успел наглотаться воды. Нет, вроде нет. Хорошо. Не стоило нас сюда пускать. Вставай, надо идти. Я бы должен. Всякий раз, как это слышу. Защищайте Марлу! Живо! Они что, тупые? Нас всех тут засыпят! А им явно плевать! А мне вот нет! Нам конец, город рушится! Надо выбираться! Надо выбираться! Живо! Назад! Надо валить! Помоги мне! Нам выбраться. Механизмы. Салли, придется на них залезть.
Сюда, Салли! Сюда! Как же нам выбраться? Механизмы! Салли, придется на них залезть! На них залезть. Все рушится! Сюда! Выход! Скажи, что достоин. Нечего доказывать. Нейт, дай мне руку. Нельзя бросать ее. Еще как можно. Нейт, дай мне руку сейчас же. Вот. Хватайтесь. Что ты делаешь? Не могу. Не могу. Бесполезно. Уходим. Держитесь. Отсюда. Держитесь. Руку! Нет! Давай! Вот так! Бежим! Сюда! Скорее! Салли, уходим! Тут все рушится! Всего 3 пули! Как ты умудрился обойтись 3 пулями? Господи! Беги! Давай! Черт, мы в огромной воронке! Бегом! Быстро! Беги! Нам надо наверх! Уже почти!
Давай!
Это вряд ли. Давай, Дрейк. Спокойно, Дрейк. Ah!
сердце. Давай!
понравилось. Thank you.
Вот тебе сокровище. Давай! Держись!
Но все, тебе конец. Спасибо. Давай, залезай. Беги, Салли! Все пропало! Нам не уйти! Салли! Быстро! Пошел бы! Вперед! Прощайте, баснословное богатство. Ну? Невелика добыча. Нам хватит. Да. Да. Погоди, Нейт. Ты чего? Да так. Я просто должен тебе кое-что сказать. Ладно. Говори. У меня был паршивый отец, паршивое детство. В 40 я понял, что сына у меня уже не будет. Я и не хотел сына. Куда уж мне растить детей? И тут ты свалился мне на голову. Не надо, Саля. Ты слушай, надо. Я совершил много ошибок. Много. Я знаю, что сам не подарок. Ты к алтарю меня зовешь? Я тебя люблю, но... Нет, стоп. Хоть на минуту перестань острить. И давно ты его хранишь? Давно. Не потерялась. Вот что, парень. Мы не выбираем, как начать свою жизнь. Великая начнется с твоих поступков. Привет. Привет. Летишь куда-то? Ну да. Жаль, что так вышло с кольцом. Да, ничего. У меня есть другое. Думаю, нам пора. Да. Пошли, нам сюда. Но... Идем. Верь мне. Что ты задумал? Да ладно. Ну, он не так хорош, как тот, что вы разбили 4 года назад, но... Пошли. Осталось вспомнить, как управлять этой хреновиной. Там ведь есть парашюты? Конечно. 3. Ну, около того.